Привет! В этом видео мы с вами сплетем вот такие браслетики, точнее один из них. Внешне эти браслеты напоминают косичку. Здесь, смотрите, синяя резинка как будто бы сквозь весь браслет проходит на этом и на этом. Браслеты довольно плотные, и посмотрим, как они плетутся. В этом уроке мы с вами будем плести такой браслет из синего и желтого цвета. Приготовьте ваш станок. Если у вас вот такой станок с такими основами, то расположите его таким образом, чтобы два ряда у вас сходились вот так. То есть один ряд, вот, и вот второй ряд. И здесь основа посередине. И таким образом, когда вы будете плести браслет, вы накиньте резинки на него, как я буду показывать, вот так, теперь сюда и вот сюда, как бы продолжая. Но если у вас есть вот такой станок, то это будет гораздо удобнее и лучше, потому что здесь ряды можно расположить таким образом, чтобы они шли здесь действительно в ряд. Вот. Расположите станок таким образом, чтобы открытые стороны столбиков смотрели от вас, и возьмите резинки цвета основы. Мы с вами будем накидывать на станок по две резиночки. Синий цвет я использую, и накидываем следующим образом. С первого на второй столбик, со второго столбика на третий столбик, с третьего столбика на четвертый столбик. Здесь все очень просто, и это самое обычное накидывание без каких-либо замудренностей. Если у вас кисть или запястье большое, то вы можете накинуть эти резинки до самого конца вот этого двойного станка. Кстати, те браслеты, которые я показывал в самом начале, они как раз по размеру и есть такие, которые получаются с двух сложенных вместе рядов. Вот и вот. Если же у вас кисть поменьше, то вы можете накидывать резинки не до самого конца станка, а где-нибудь оставить свободными 5, 6, 7 столбиков. И мы с вами вот сейчас начали накидывать эти резинки. И накиньте их, пожалуйста, как я показываю, до самого конца станка или до того момента, как вы решите, что вам, например, для вашего размера уже достаточно. До самого конца станка мы с вами все резинки накинули. На последний столбик нам нужно накинуть резиночку и закрутить ее здесь три оборота. 1, 2, 3. Готово. Теперь расположите станок таким образом, чтобы открытые стороны столбиков смотрели на вас. И сейчас мы приступим к снятию резинок с этих столбиков. Сейчас мы снимать будем самым обычным способом. Внутри этого первого столбика поддеваем крючок, отодвигаем эту тройную резинку, две захватываем нижних, синих, и закидываем их вперед на столбик. Здесь тоже внутри поддеваем две, закидываем вперед. Внутри поддеваем две, закидываем вперед. Внутри поддеваем, закидываем вперед. И таким образом снимите все резинки до самого конца станка. Если вы подумали, что на этом браслет наш будет закончен, то вы ошибаетесь. Дело в том, что после того, как мы сейчас вот так эти резиночки снимем, мы еще некоторые манипуляции по созданию этого браслета будем производить. Теперь возьмите какой-нибудь другой цвет резинок. Я буду использовать желтый цвет. И берите не по две, как мы с вами синие использовали, а по одной резинке. Смотрите, здесь у нас на последнем столбике вот двойная резиночка накинутая. Внутри этой двойной резинки нам нужно продеть крючок, накинуть на него желтую резинку, вытянуть ее отсюда и вновь закинуть на крючок. Пока мы не продолжили плетение, я советую вам опустить на столбиках немножко ниже эти резинки, потому что в дальнейшем нам гораздо будет легче производить манипуляции.
Все, я на всех столбиках опустил резинки. И смотрите, у нас сейчас на крючке две резинки осталось. И их нам нужно скинуть на впереди идущий столбик. Оп, готово. Сейчас мы с вами эту желтую резинку с левой стороны, если вот так посмотреть, мы ее с левой стороны захватывали. Следующую резинку нам нужно захватить уже с правой стороны. И причем при захвате нам нужно внутри вот здесь продеть крючок, в том числе внутри желтой резинки, вот таким образом, вытянуть с этой стороны, накинуть желтую резинку и вытянуть отсюда. Вытягиваем, накидываем на крючок и накидываем на впереди идущий столбик. Накинуть нам нужно, конечно же, две. Вот две накинули. Следующую берем желтую. Опять с левой стороны, если вот так посмотреть вновь, мы с вами должны желтую резинку в том числе захватить. Сюда захватываем, внутри проводим. Еще разочек. Выводим отсюда на крючок и на впереди идущий столбик. Следующая резинка вновь у нас пошла с правой стороны или сейчас с дальней от нас. Внутри заводим, в том числе желтую резинку захватываем. Вот эту захватим и накидываем на столбик. Раз. Готово. Теперь опять с левой стороны. И таким образом до самого конца, то с правой стороны, то с левой стороны, то вновь с правой стороны, захватываем эту желтую резинку и накидываем на впереди идущий столбик. Вот, наконец, мы с вами дошли до самого последнего столбика. Из предпоследнего столбика закидываем эти две желтых резиночки на последний столбик. Но желтые мы с вами закидываем не вот сверху, как сейчас я держу, а максимально вниз. Вот так. Чтобы синие у нас получились выше, чем желтые. Теперь вот эти синие резинки нам нужно крючком захватить и временно их, удерживая на крючке, снять с этого столбика. Теперь нам нужно желтые резинки снять со столбика и отпустить, и вновь накинуть на столбик синюю эту двойную резиночку. Теперь вернемся к нашему самому первому столбику. На нем сейчас натянуто 4 резинки, и вот на эти 4 резинки нам нужно накинуть застежку или клипсу. Как вам нравится называть, так и назовем. Пусть будет клипса. Накинули. Отлично. Теперь можно всю эту конструкцию начать снимать со станка. Снимается здесь все легко и просто. Проблем никаких не возникнет. И когда вы дойдете до самого последнего столбика, что я, собственно, уже и сделал, дошел до самого последнего столбика, и нам вторую часть застежки нужно на эти резиночки с этой стороны, оп, застегнуть. Готово. Теперь снимаем с оставшихся двух столбиков, и браслет у нас с вами готов. Отлично. Вот такой дизайн у нас получился. Очень симпатичный, очень плотный, очень яркий. Я надеюсь, что данный урок вам понравился. Если это так, то, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк к этому видео, а также напишите комментарий, понравился вам мой урок или нет. Спасибо. Пока.